США ведут борьбу за российских сирот. Об этом заявили в Госдепартаменте страны. Речь о детях, которым удалось найти в Америке родителей до вступления в силу запрета на усыновление, но не успевшим выехать из России. По данным американского ведомства, около 1000 семей до 1 января находились на разных стадиях процедуры усыновления. Госдеп призвал такие пары регистрироваться на специальном сайте, чтобы Вашингтон смог располагать точными сведениями для переговоров с Москвой. В ближайшие дни в городах России ожидаются акции против закона Димы Яковлева.